свадьбы, ровно 8 лет, как мы поженились. И на самом деле так быстро время прошло, что даже и не верится. И сегодня нам малыш сделал праздник, он начал ходить, правда, с помощью ходунков, но он пошел, и он так незаметно и непривычно, просто муж сидел, и он мимо него прошел. Вот так вот ждешь, а все случается так вот быстро. Мы сейчас зашли в турецкий ресторан, который находится вообще прям рядышком с нашим домом. Он называется Мармарис, и здесь очень хорошая кухня, привычная для нас. И мы заказали себе шашлык. Я очень давно хотела уже шашлык. И такое вот меню здесь. Кстати, вот эти штуки очень вкусные. Мы когда-то в Крыму их заказывали, когда были в последний раз. Так, что же я заказала? Вот, я заказала вот это вот, шашлык, а муж заказал вот такие вот крошки. И вот такие вот заботы родителей. Брать с собой все, чтобы развлекать ребенка. Чтобы ему было не совсем скучно сидеть. Кстати, эту машинку он выбрал сам себе. Когда мы первый раз с ним пошли в детский магазин, он ее схватил и больше не откупал. Хороший вкус. Ламборджини. Ой! Нам принесли вот такой вот хлебушек турецкий. Очень теплый, свежий, прям вкусно. Мы такие просто очень голодные, что нам все сейчас очень вкусное. Просто очень жрём хлеб. И вот так вот выглядит мое блюдо. Это шашлык, картошечка и такой соус, салатик. И вот так вот выглядит мужа. Вау, все так красиво и так пахнет. Потому что все готовится именно на огне, да, я думаю, готовят? На гриле. Класс. Мы уже вкусненько покушали, и сейчас мы приехали здесь на набережную. Кстати, мы здесь смотрели квартиру, вот сейчас, вот в этом доме. Была неплохая квартира, и она в первой линии, получается, возле воды, как раз рядом на Манхэттен. Но проблема в том, что она была маловато, она была однобедрумная, и мы бы реально туда не влезли, потому что спальня была вообще маленькая. И, кстати, сегодня 4 июля, годовщина нашей свадьбы, и, возможно, вы знаете, что 4 июля — это День независимости Америки. Да, у нас свадьба как раз была в День независимости Америки, и сегодня выходной в Америке, в целой, во всей Америке, точнее, выходной. И, короче, в чем беда этого праздника? В том, что реально нельзя оставаться в этот период в городе. Мы как-то уезжали и были рады этому, а в этом году мы этот праздник выпал среди недели, и это просто проблема какая-то. Мы не можем нигде найти паркинг, чтобы погулять. Мы сейчас хотели погулять там наверху, вот сверху есть парк, который прям открывается, видно Манхэттен, но мы посмотрели, нету паркинга, и нас предупредили, что если мы поставим здесь машину, то ее просто оттолуют, эвакуируют. Мы, короче, спустились вниз, и сейчас тоже вопросы с паркингом решаем. А перекрыто все только из-за того, что вечером в часов 10 будет фейерверк очень огромный со стороны Манхэттена. Запускается он на реке, я не помню, как она называется, между Манхэттеном и Бруклином. И все равно, скорее всего, что будет видно здесь, с этой набережной, они перекрывают все для того, чтобы не создавать столпотворение
людей, так как здесь как бы не рассчитано для такого количества людей. Здесь больше квартиры, такой спальный район. Коля поехал перепарковывать машину, мы думаем, что там дальше лучше будет. Но нам, в принципе, до вечера не надо, мы просто хотим походить сейчас, погулять. Малышу нужно поспать, у него сейчас время сна, а мы просто погуляем, отдохнем, возможно, покушаем какое-нибудь мороженое, а вечером хотим спуститься у нас на набережную, потому что с ребенком мы никуда не поедем, смотреть на фейерверк. Хотим у нас спуститься, и, возможно, мы очень надеемся, что что-нибудь будет видно. Хороший здесь райончик, мне очень он тогда понравился, когда мы приехали смотреть. И здесь видите, как близко находится Манхэттен, и он намного ближе, чем у нас. А именно вот эти вот башни, у нас больше уже идет Гарвин туда, за Централ Парк. А здесь, конечно, такой больше красивый вид открывается. И здесь ферри совсем рядом, на работу было бы удобно ездить, но, к сожалению, за ту цену квартиру, которую они предлагали, ну, она совсем маленькая, там туда... в ту спальню могла влезть только наша кровать, и максимум мой столик для косметики, и все. И это была одна спальня. А здесь у нас две спальни за такую же цену, еще две ванны. Короче, вот так вот. Ну, мы сейчас не жалеем. Нам очень все нравится, мы довольны. Идет мой красавчик-мужчина, нашел паркинг, скорее всего. Он у меня очень переживательный, поэтому. Волнуйтесь, что машины не оттолали. Мы зашли и купили себе такую вкусную мороженку. Выглядит очень аппетитно. Я не любитель, на самом деле, мороженого, но в последнее время, так как я не могу отказаться от сладкого, прям сейчас съем с удовольствием. Класс. Это у нас так мальчишка разговаривает с прохожими. Он уже должен был давным-давно уснуть, но он не спит у нас. Здесь так красиво. Какая-то странная труба входит в реку. Что это может быть? Отходы? Смотри, какой дом построили. Или это его обшили? Или построили? Перестраивают эти. Это, ну, ремонт делают. С этого дома. Сейчас, кстати, вам покажу. Смотрите, сейчас время, когда цветет гортензия. И везде так красиво. Очень красиво. Ты чего кричишь? Никитичка. Ты чего кричишь? Мы зашли на такой мост. Как раз где вот эта вот интересная труба, которая в воду входит. И Манхэттен стал еще ближе. С той стороны такие облака. Сегодня, кстати, хорошая погода. Жарко, но... очень так свежо. Просто вчера было вообще очень жарко, на выходные здесь было 41 градус. Кулечка, ну что ты скажешь, как тебе 8 лет со мной? Хорошо. И все? Да. И все? А
что... Мне хорошо с тобой. Я сделал правильный выбор. Ни разу не жалею. Мэйди, а ты хоть что такой серьезный? Лучше 8 лет нашей жизни. Да? По-моему, он засыпает. Семья, семья. 8 лет вместе. Это самый лучший наш подарок в этом году, да? Да.